Всем привет, это установочный центр PCAuto. Сегодня у нас новейший Ford Kuga. Значит, пробег 5000, покажи вам пробег. В комплектациях с кнопочками на руле. Покажи их тоже. Мне кажется, их не видно никак. В комплектации с климатом и с такой магнитом. Была установлена магнитола Focart. Это 9-дюймовый экран. Вот, соответственно, нажми тормоз. Была подключена камера заднего вида, клиент сам ее поставил, она там в рамке стоит. Да, она работает. Значит, работают штатные кнопочки громкости. Громче. Это, значит, у нас наматывает радио. Я не знаю, что делать. Значит, эти кнопочки у нас переключают программы, 6 программ. Значит, кнопка радио включает радио, да, при выключенном. Кнопка медиа, не знаю, что включает. Саунд включает эквалайзер. Инфо включает. Ничего не включает. Кнопка аварийки работает. Эти стрелочки. А, вот эти стрелочки работают, соответственно, у нас на перемотку радио. Кнопочки вверх-вниз листают передачи. Окей, не знаю, что делать. А, окей, включает автопоиск. Прикольно, кстати. Эти кнопочки тоже включают автопоиск. Не суть важно. Значит, магнитол отображает климат. Что показывает, да, это у правого пассажира, это у левого. Покажи, что я здесь кручу. Вот здесь low, например, здесь 15,5 градусов душегубных, здесь тоже 15,5. Кажется, это может сердце остановить, такой климат поставить. Значит, далее был установлен Яндекс навигатор, он уже что-то там качает, какие-то свои обновления. Соответственно, по настройкам эта система 2-гиговая, об устройстве Focart, значит, 2 гига оперативы, 32 гигабайта встроенной памяти. Это все есть. Далее, что еще надо показать? Подсветка здесь разноцветная, да, ну мы, естественно, поставили фордовского цвета подсветку. Был подключен ОБД-адаптер. Например, это программа Торки. Сейчас машинка дотикает. А ты что, слышишь? Тихо, что тихо. Пёс, что ли? Короче, работает она. Мы проверяли, просто надо, наверное, разжигание. Сейчас включено. А? Почему сипит? Просто, полчаса ждать. А хуй, это работает? Нет. Короче, он просто заснул, адаптер мы уже... А, вон, работает. Машинка подцепилась, обороты показывают. Приборная панель нам показывает охлаждайка 93 градуса. Ну и все остальное там, да, это все как бы известно, что он показывает. Далее, громкая связь. USB-шка в бардачке. Аж целых две. Тут, наверное, нет. Какая-то попроще комплектация. Штатной USB здесь нет. В принципе, и все. Всем спасибо за участие. Есть здесь еще, кстати, какой-то Ford Sync. Хер знает, работает или нет. Мне кажется, в этой комплектации его нет. Ну, в комплектациях с Sync это будет все поддержано. Да, тут просто его нечего. Ford Sync поддерживается. Дальше эквалайзер, передняя камера поддерживается, кнопки здесь не программируются, они работают как и работали. В принципе, и все. Всем спасибо, это Солнечный центр PCAuto и магнитола Focart.